Приветствую тебя, Ральвик, а может быть настольщик. Сегодня на обзоре у нас еще одна уникальная настольная игра Roleplays Adventure Приключения Уолси. Почему я назвал эту игру уникальной? Дело в том, что она поразила меня еще больше, чем «Странствия Средиземья». Если в прошлом ролике о «Странствиях Средиземья» я говорил о том, что там роль данжен-мастера берет на себя приложение, то здесь же роль данжен-мастера берут на себя целые сценарии. Их у нас 12 штук. В чем фишка? Если помнишь, раньше в ларьках «Союз Печати» продавались такие книжки, где ты читаешь, потом делаешь выбор. Если после повествования ты принимаешь то или иное решение, то книжка тебя адресует сразу на какую-то определенную страницу, например, там 37 или 25. Вот, ты переходишь на эту страницу и уже читаешь, что происходит дальше при принятии этого выбора своим персонажем. В Roleplay Adventures эту идею развили до абсолюта. Сюжет Roleplay Adventures разбит на 10 основных глав, одну финальную и одну дополнительную. Соответственно, каждой главе адресована та или иная книжка. И как оно играется? Кто-то из игроков, который, кстати, может быть здесь от 1 до 4, причем как одному интересно играть, так и 4. Никаких таймлагов в этой игре нет. Я бы сказал, что в 4 в эту игру играть даже еще интереснее и быстрее, потому что решения пати принимают более взвешенные, а элементы проверки или боя проходят эффективнее. Так вот, один из игроков берет на себя роль повествователя сюжета игры. Другой же игрок может взять на себя роль повествователя случайных событий. Для этого он берет вот эту вот книжку приключений. И на карте, когда игра нам расскажет, что здесь происходит случайное событие, и нам нужно обратиться к этой книжке, он просто открывает нужную страницу и нужную главу, и зачитывает, что на ней происходит, и что нужно делать игрокам. В общем-то, все просто. Выглядит как целая куча дерьма собачьего. Не-не-не, на самом деле все просто. Особо хочу обратить внимание на правила. Они здесь максимально тонкие. Вот здесь 23 страницы с иллюстрациями. Ну нахер. Отец. Правила из этой книги в основном описывают, как считать, как проверять. Но при этом все действия, какие должны совершить ваша команда, описаны, в общем-то, в книгах приключений. Поэтому, даже если правила читать по диагонали, то как играть в эту игру, точно не забудете. И теперь хочу перейти к другим элементам этой игры. И в итоге расскажу на каком-нибудь неспойлерующем примере, что будет из себя представлять эта игра. Итак, у нас помимо описанных журналов приключений, есть следующие элементы. Это планшет игрока. Их у нас 4. Мы устанавливаем сюда карточку персонажей. Персонажей, кстати, у нас бесчисленное количество. И каждый уже... Дим, не перебивай. Берем карточку персонажа и смотрим, что на ней сзади описаны уже готовые характеристики, которые мы должны заполнить в этом планшете. Ну вот, например, здесь видим, что у нас две ловкости, и, соответственно, ловкость первоначально пишем сюда. Сюда включаем карточку классовой способности, которая тоже прописана в готовом персонаже. Я едва смог выбрать, потому что позже сменить класс нельзя, и я чуть с ума не сошел. Согласен. Да. Здесь все укладывается. Персонаж, классовая способность, которая может активирована быть раз раунд, и статы. Для чего нужны статы, кстати? За время странствий нам придется периодически делать проверки навыков и сражаться. Например, вот возьмем такую книжку проверки навыков «Мощь». Журнал приключений нам говорит, что вам нужно проверить, например, навык мощи уровня 1. Для этого мы смотрим, что у нас нужно собрать необходимую комбинацию, которая указана в журнале проверок. То есть единицу белого навыка, смотрим, что у нас белое, это мудрость. Соответственно, мы можем потратить наши статы для того, чтобы вытащить кубики необходимого цвета. И тем самым повышаем вероятность удачной проверки. А можно попроще? Это и есть попроще? Как это будет выглядеть? У нас есть мешочек. Если мы тратим свою характеристику в этом ходу, например, как я и сказал, ловкости, мы берем сразу кубик. Если же мы не тратим, то идем к богу рандома и вытаскиваем рандомный кубик из этого мешочка. Бросаем их. И, естественно, у нас, например, выпало 2. А нам нужно пройти проверку 1. Что нам можно сделать, чтобы проверка была успешная при таком исходе событий рандома? У нас у каждого персонажа есть черты, навыки,
и предметы. Вот, например, я достаю оружие. Вот данный предмет, а равно как и навык и черта, они могут изменять наш сброс кубиков в нужную нам сторону. Так вот эта шипастая дубина позволяет уменьшить или на один или увеличить на один красный кубик. Соответственно, если нам нужно для проверки или для урона выбросить пятерку, а у нас выпала шестерка, то мы можем с помощью этой карточки понизить наш сброс и тем самым получить значение, необходимое нам для проверки или для урона. Так проходит у нас проверки. Да ладно, это же не ракетостроение какое-нибудь. Если что, это ближе к биомолекулярной инженерии, совмещенной с морской навигацией 18 века, наверное. Затем здесь на шаблоне есть углубление. В это углубление падают, как вот показаны стрелочки, те характеристики, которые мы уже использовали. Соответственно, эти характеристики мы пока не отдохнем, не сможем вернуть обратно. Израсходовали в бою силу, силы больше воспользоваться не можем. Соответственно, мы видим здесь еще помимо характеристик имя персонажа, раса, которые просто записываются, чтобы не спутать планшеты, уровень здоровья. Когда нас атакует монстр или как-то не проходим какую-то характеристику, опять же, игра говорит нам, сколько кубиков нанесенного урона мы должны положить в наш планшет. И как только этих кубиков у нас получается больше нашего здоровья, книга приключений нам обязательно скажет, когда мы должны обратиться к правилам по послесмертию. И, кстати, в этой игре смерть не приговор. Чего? Да-да, я знаю, что это звучит дико. Мы можем умереть аж 10 раз. Но коль уж я рассказал про проверки, теперь расскажу, как здесь происходит боевка. Журнал приключений нам может подсказать, что сейчас у вас начинается бой с каким-то монстром. Изначально с каким, мы можем и не знать. Для этого на карточке есть порядковый номер этого монстра. Мы достаем и, например, вот монстр номер один – это разбойники. Мы видим здесь два поля. Это, опять же, комбинация кубов, какие должны мы выкинуть, чтобы победить этого монстра. Здесь указаны фазы. Как правило, если журнал не говорит об обратном, у нас есть три фазы. Если мы в первую фазу не закрыли все кубы, мы получаем урон, как мы видим. Соответственно, мы закрываем все комбинации кубов и получаем тот опыт и те деньги, которые здесь нарисованы. С планшетом игроков мы разобрались, ничего сложного. По сути, от каждого игрока достаточно понять, как проходит проверка или бой, которые в целом-то однотипные. Но у нас есть еще такая вот карточка нашей группы. И здесь куда интереснее. Во-первых, на основе этого поля и появляется так называемый ролеплей. Здесь у нас есть уровни репутации трех фракций. В зависимости от наших решений в книгах приключений мы будем накапливать или убавлять рейтинг каждой из фракций. И в зависимости от этого рейтинга будет в дальнейшем строиться игра. То есть, например, у нас есть фракция благословления короны. Если у нас у короны, например, рейтинг будет там 5, то мы должны выбрать одно решение. Если меньше 5, другое решение. То есть репутация у нас влияет на сюжет игры. Дальше, на сюжет игры влияют так называемые титулы. Что это такое? Когда мы совершаем те или иные действия, чтобы движок игры понимал, что мы что-то весомое для игры совершили, мы берем карточку титула. Мы эти титулы откладываем и копим сюда, и уже с багажом этих титулов из одного приключения в другое двигаемся к финалу. И чем больше у нас этих титулов, тем сильнее будет развиваться события во следующих главах приключений. Так, например, какое-то незначительное действие в первой главе может обернуться серьезными последствиями там в пятой главе. Титулы, кстати говоря, выглядят вот так вот. И у них тоже есть порядковый номер. Кстати, хочу отметить, что порядковый номер здесь в этой игре имеет сакральное значение. Поскольку, понятное дело, что все возможные события игры, они есть у нас на руках. Книга приключений нам говорит взять ту или иную карту на основе ее порядкового номера, чтобы, как говорится, не заспойлерить будущее событие. А, чуть и не забыл, если титул и репутация влияют на глобальный сюжет, то на сюжет именно в рамках приключений влияют ключевые слова. Что это такое? Это такие флаги, по которым игра определяет, были ли вы в той или иной локации в рамках одного приключения, или взаимодействовали, или не взаимодействовали с персонажами приключения, чтобы понимать, взяли ли или не взяли вы тот или иной квест.
Теперь перейдем к следующему основному элементу этой игры — карте приключения. Здесь также все достаточно просто и в то же время гениально. Гениально. У нас есть каждому приключению карта. Вот, например, карта с островами, где мы берем нашу группу персонажей. Кстати, здесь одна миниатюра на всю группу авантюристов. И перемещаемся из локации в локацию, которые отмечены буквами, переместившись на которую, мы открываем, согласно букве локации, страницу книг приключений, где читаем, что в этой локации происходит и что можно с ней сделать. И здесь же есть такие вот квадратики. В эти квадратики кладутся фишки, рубашка вверх, чтобы не знать, какое из номеров случайных событий с вами произойдет, когда мы доходим до определенного квадратика. Вот мы появляемся, например, в зоне А. Мы читаем с этой зоны, взаимодействуем там с персонажами. Можем применять в этой зоне предметы совместно или отдельно. Эти предметы также будут даваться в ходе игры. И мы, например, на корабле перемещаемся, например, в эту зону, открываем там номер там 1, 2, 3 случайного события, идем к журналу встреч и читаем, что в этой зоне происходит из случайного. Тем самым, опять же, повторюсь, у нас прибавляется нелинейности, то есть мы заранее не знаем, какое случайное событие ждет в той или иной зоне. Бывает так, что когда мы переходим в какую-то зону и что-то совершаем значимое для игры, например, открываем дверь в данж квестовым ключом, у нас может быть открыться дополнительная зона карточкой, которую мы тоже не знаем. Чтобы не спойлерить, я этого показывать не буду. Но такое будет встречаться постоянно. Например, условно мы зашли в замок, у нас есть тайная комната, которая открывается квестовым предметом. Мы применяем этот квестовый предмет в этой комнате. И у нас появляется еще одна зона, вот эта вот тайная комната, что еще добавляет больше нелинейности. Теперь подведем итоги, почему я считаю эту игру гениальной. Дело все в том, что в ней, в принципе, предусмотрены все базовые основные механики, которые есть в ролевых играх. У нас здесь есть персонаж, он прокачивается, у него есть шкала характеристик, у него есть деньги, за которые, кстати, как забыл сказать, мы в определенных местах, например, на рынке, можем приобрести дополнительные вещи. Соответственно, есть вещи, черты, класс. Игра проходит нелинейно, то есть даже если прошли хоть один раз все 12 глав приключений, вы можете повторно начать играть в эту игру и выбрав, например, другую фракцию, за которую вы будете принимать решение. И таким образом, по идее, мы можем эту игру пройти аж 3 раза. Конечно, понятно, что с учетом того, что в ней в целом повествование оно плюс-минус будет в базовом варианте одинаковое, будут различаться только дальнейшие линейки квестов. Но в целом в RPG же мы тоже переигрываем. Поэтому реиграбельность этой игры есть 100% аж 3 раза. Теперь скажу о времени прохождения. Игра проходится примерно по 2 часа на каждую главу. Итого у нас максимально мы можем играть в одну кампанию 24 часа. Играется она легко, непринужденно, без всяких приложений. Ощущение от RPG прям есть. Вот мы проходили кампанию одним составом, к нам приходили друзья, и они спокойно могут включиться в эту кампанию даже в середине. Правила это предусматривают, то есть спокойно к нам может прийти персонаж, мы делаем небольшую рокировку для баланса и играем. Так что подведем итоги. Плюсы этой игры. Нелинейность. Игра полностью играется в офлайне. Легкий порог вхождения, то есть с этой игры в принципе можно начать попробовать играть настольные игры. Даже по сравнению со Странствием Средиземья, здесь правила максимально лайтовые, и при этом они, как я сказал, максимально погружают в нелинейность вот этого принятия решений, то есть то, за что мы любим RPG. И удобство самой игры. Играть можно на небольшом столе, все помещается, нам буквально положить карту и каждому по планшету. Минус этой игры. Цена 13 тысяч рублей. Редкость. Их не так много, я так понимаю, растиражировали, потому что я покупал последний набор в своем регионе. Ну и в общем-то все. Эту игру я крайне рекомендую к покупке, потому что она действительно позволяет погрузиться в мир RPG, не прибегая к онлайну, либо услугам Dungeon Master. Как-то так. Надеюсь, мой обзор тебе понравился. Подписывайся на канал, пиши комментарии, зашла тебе эта игра, либо какую-то игру ты сам советуешь рассмотреть. В общем, жду от тебя фидбэка.